Более 800 школ, а также свыше 600 детских садов закрыты в России на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. География распространения вируса обширная. Сегодня на вынужденные каникулы отправили учеников в Саратове, в городе Великие Луки, а также на Камчатке. Еще неделю не будет занятий в средних учебных заведениях Северной Осетии. Карантин сегодня объявлен в Челябинской области. Там эпидпорог среди школьников превышен на 60%. Между тем, есть новые данные о смертельных случаях от осложнений. Еще один зафиксирован на Ямале. Врачи не смогли спасти мужчину, который обратился за помощью только на 8-й день болезни. Медики предупреждают, грипп может проходить в тяжелой форме, самолечением заниматься нельзя. Специалисты ожидают, что эпидемия пойдет на спад через 2-3 недели.